Друзья, всем привет! Меня зовут Антон Суздалев, и я вас приветствую на канале Про Спорт, где мы говорим про бег, гонки с препятствиями и лыжные гонки. Сегодня я для вас собрал три комплекса силовых упражнений для мышц ног. Комплексы являются универсальными, поскольку для выполнения нам не потребуется дополнительное оборудование. Нам достаточно собственного веса, либо при желании небольшого утяжелителя. Комплексы будут разбиты на три уровня: начальный, средний и продвинутый уровень. Поскольку все упражнения носят достаточно серьезную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, выбирайте упражнения, исходя из своего уровня подготовки. Для начала начните с самых простых упражнений и небольшого количества повторений. И постепенно увеличивайте количество повторений и добавляйте более сложные упражнения, когда уже будете понимать, что вы к ним готовы. При выполнении следите строго за техникой выполнение упражнений, чтобы избежать травм. Теперь переходим непосредственно к самим упражнениям. Погнали! Друзья, надеюсь, данный выпуск был полезен для вас. Берите данные упражнения на вооружение, включайте их в свою тренировочную программу и выполняйте их регулярно. И в зависимости от режима работы вы сможете увеличить силу, выносливость и скоростные показатели своих мышц. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их ниже в комментариях, постараюсь обязательно на них ответить. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а пока тренируемся, развиваемся и не забываем про спорт!